Когда работаешь в хорошем трудовом коллективе, и в выходной не хочется расставаться с товарищами. Сегодня на лыжи встала почти вся смена 7-го цеха Ярославского шинного завода. Сборщик Виктор Сабуров и его жена Нина. Виктор как раз из тех людей, благодаря которым и превращается обычное заводское подразделение в дружный коллектив. Отличный производственник, партгруппорг, член обкома КПСС, кандидат в члены ЦК профсоюза работников отрасли. Активность и упорство – вот, наверное, главные черты его характера. Сейчас у Виктора Сабурова напряженная пора. На заключительный этап вышло предсъездовское соревнование. Темп работы возрос. Еще надо подготовиться к экзаменам в техникуме. Виктор Сабуров избран делегатом на 26-й съезд партии.